мощнейший вокал, жесткие гитарные рифы. На ваших экранах была группа «Кордон». «Кордон!» «Мистер Виноградьев». Музыка для настоящих мужчин и таких же настоящих женщин. Типа Света Лобода. Да, типа да. Кстати, вот мне подарили презерватив. Рекомендую пользоваться всем, всем, кто хочет сегодня проводить время друг с другом, пользоваться презервативами. Это абсолютно бесплатная реклама здорового образа жизни. Да, это 100%, потому что если будете без презерватива, без запобежников, так? Або на чутюрных, вот. Да, а кто с нами разговаривает из мониторов, кстати, все время? Это я слышу какой-то потусторонний голос, у меня опять впечатление, что это наркотический обман. Вот, так вот, что я хотел сказать, что если будете не пользоваться презервативами, вероятность заболеваний всяких там, вот, потом это ж бабки надо выбросить на лечение, да, а если лечение еще и не в Украине, то вообще реальные бабки. Это я вам серьезно говорю, не то, что я бы как бы это все... Придумал, да, придумал. Да, я здесь. А вот ты где. Вижу множество текстов. Скажите, страдаете склерозом? В принципе, да. Понимаю, я тоже. Неправильный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками привели меня к тому, что я тоже наркотики. Все постоянно записываю на бумажках. Реально, а вот моя бумажка, я ищу ее. А что ты ищешь? Вот. Бумажку свою? Бэйба, со всякими секретами? Да. Сейчас мы, дорогие мои друзья, будем смотреть разные удивительные разности. В том числе коллектив, который приехал к нам откуда? Скоростыня. И Скоростыня коллектив. Есть тут коростычане? Коростычане. Ну вообще тишина такая, как будто абсолютно, ну реально вот, сонные мухи. Вы не устали? Нет. Колбасимся дальше? Нет. Группа называется у нас как? В бумажку загляни, тоже записывает. Уже мозги пропил окончательно. Это не эта бумажка. Где же эта бумажка? А, да. Да. Не, ну просто ты говоришь там по поводу чего-то выпить. Система Кор! Застучай по-нашему по-бразильски! 3, 4! Я уже думал, уходить надо. Не-не-не, сейчас уходим, да. Просто я вот смотрю, ребята стоят, король и шут, смотрю. Грустят, да, все грустят. Down, этим ребятам грустнее всего сегодня, грустнее, я так чувствую здесь под сценой. Ребятки, как-то поживее можно. Мне просто поплотнее. И меня опять удивляют вот эти палатки Черниговского. Я же просил снять палатки, чтобы все шли сюда. Так это дело в том, что я объясню, в чем дело. Там вот мангал стоит, вместо дров подбрасывает другую штуку. Вот, и она ведерком надувает туда, и нормально там уже, ну, это да, ты понял. На самом деле, некоторых людей, которые не хотели колбаситься и сидели там, уже давным-давно переделали на шашлыки, в наказание за их бесхарактерность. Поэтому туда не идите вообще. Идите все сюда. Идите сюда, да, все. Здесь интересно. Все, ребятки, вы готовы? Жарко. Практически готовы. Yes, of course. Система готова. Yes, of course, что значит «да, конечно» с английского языка. Мы поговорим сейчас, потому что барабанщик там еще. Он железо строит, он не строит железо на тюмере. Ну что, мы рады приехать на мероприятие такого масштаба. Мы рады видеть всех вас здесь, орущих и тянущих руки вверх со знаком козы. Поистине, это heavy metal, ничего другого употреблять нельзя. Мочу. We'll be right back.
знала ты, наверное, там сверкает Венера, снег кружится зимой. Может, ты еще не веришь, что уже ты не за мной. И все сказано, что предателю такого зовут я. Я не верю, брат, что судьбою предсказано. И все сказано, что предателю такого зовут я. Зря не верю, брат. И меня ведь не любила, а никогда, никогда. И все сказано, что предателю так вот он я. Зря не верю, да, что судьбою предсказано. И все сказано, что предателю так вот он я. Зря не верю, да. Знала ты, наверняка вот сверкает Венера, снег кружится зимой. Может, ты еще не веришь, что уже ты не со мной. И все сказано, что предателю такого зовут я. Зря не верю, да, но судьбою предсказано. И все сказано, что предателю такого зовут я. Зря не верю, да. Так, включай.